Создание меток. Если мы хотим создать просто текстовую метку, щелкаем здесь и пишем. У нас появляется надпись «Это дед». Если мы хотим добавить звук, добавить аудио, выбираем либо микрофон, либо уже готовый аудиофайл. Микрофон. Он предлагает разрешить. Конечно, разрешим. Звук уже начал записываться. Этот звук, естественно, будет записан как и в скринкасте, так и на этом сервисе. Останавливаем его. Он обрабатывается. И отправляем прямо на изображение. Либо создать, и у нас появляется и текст, и звук. Мы сейчас остановим его. То есть таким образом можно создавать, например, и текст, и звук. А здесь просто текст. Либо можем прикреплять какие-то другие вещи. Ну, например, гиперссылку. Кликнув здесь, мы просто вставляем гиперссылку, можем параллельно добавить и звук. А это ссылка на блог. И вот таким образом у нас создается ссылка и звук, который комментирует, что же это за ссылочка такая у нас получилась. Ну а ссылки текстовые, звуковые, с гипертекстом можно вставлять в те места, которые вы хотите использовать. Подписи, конечно, к рисунке сделаны с помощью Google Doc.